Всем привет! Сегодня решил замутить печку. Для печка у нас будет для казана из автомобильных дисков. Здесь три диска. В общем, это автомобильные диски. С нижнего диска внутренность вырезал. И вот так вот сюда, между вот этими двумя дисками прихватил. И там арматурку еще поперек приварил. Это у нас как колосник будет для дров. Потом здесь буду вырезать дверку, повешу ее на навес, и будет еще дверка как поддувальник. Этот диск будет служить как сбором золы, то чтобы ее ветром не разносило, печка будет на улице стоять. И здесь будет просто прорезан окошко, для зольник, можно сказать. И весь пепел, который будет копиться там, оттуда потом в дальнейшем будет совком выгребаться. Вот такие вот делишки. Сейчас мне надо болгарка ровно по вот этим отверстиям вырезать так, чтобы большой казан вмещался сюда. Примерно 7-литровый. Вот такую вот печурку решил забабахать и показать вам. Эти два диска я уже сварил. Вот буквально пару электродов мне надо еще спалить, чтобы заварить полностью вот этот нижний диск. Потом здесь прорежу отверстие под трубу. Это задняя часть. Здесь еще неровно. Вот так прорежу. Вот этот угол подровняю. Нагрею, подровняю. И здесь прорежу отверстие под трубу. Труба будет вот такая. Это 89-я труба, уже с коленом готовая. Тупо ее сюда вот так приварю, и она будет под 90 градусов приварена. Вот такая вот печурка интересная. Итак, под казанчик я здесь отверстие пропилил. У меня ушло маленьких 2,5 диска. Но металл очень толстый. Где-то порядка сантиметра, наверное. 10 миллиметров. Еще немножко со сгибом надо было подрезать, так это бывает закусывает. Сейчас эти кусочки все повыкидываю. Вот еще раз говорю. Вот эта внутренняя часть. Вот этого диска нижнего, я ее там внутри вырезал и положил вот в этот диск, в первый, который на нем лежит, вот он. Чтобы сама топка была немножко повыше, чтобы дров-то поменьше уходило, а то огонь будет слишком далеко до казана, не будет просто доставать, наверное, я думаю. Немножко сантиметров на 10 где-то поднял дно. Вот такая вот история. Выкидываем все. Толстый материал. Так. Ладно, это все повыкидываю. И уже займусь, наверное, сначала под трубу здесь подготовлю место, вот это резаком, бензорезом. Вырежу все, подгоню. Пока приваривать не буду, но потом вам уже результат покажу полностью. Вот так вырезал. Сейчас я поставлю шлифовочный круг и все эти неровности подровняю, чтобы было нормально, чтобы таких заусенцев больших не было, вот этого. И все будет нормально. А, еще забыл. Вот эти отверстия надо будет заглушить, чтобы отсюда огонь и дым не летел. Одно отверстие только вот по трубу. Вот. Раз, два, три, четыре. Я их заглушу. Просто бензорезом в такие кругляшки вырежу. Сюда снутри их буду прилаживать, а здесь буду снутри обваривать. Вот такая вот печурка будет у нас. Все, продолжаю.
Ну вот, печка готова. Время ближе к вечеру. За полдня вот такую вот нехитрую печку сварил. Ручка у нас вот такой крюк. Можно либо кочергой какой-то цеплять, либо как-то. Вот такой вот навесик у меня занятный получился. Просто две гайки приварил. Ну, болт тупо с двумя гайками. И пластиночку такую. Одну сторону приварил к шпильке, другую к дверке. И все. И вот так вот закрывается. Я уже затопил. Скидал туда пачки пустые из-под электродов. За одним как раз краска вот эта пообгорит вся лишняя. Это сейчас коптит по бокам. Это краска от дисков и от трубы. Вот такая вот получилась печурка. Крышку такую вот сделал, чтобы вот такая вот. Просто резаком отрезал. Можно будет края потом шлифануть также. Вот. Приварил такую проволоку, как ручка. Это крышка для того, чтобы туда дождь не попадал, ну, влага, вода. И когда вы что-то сготовили, казан тот же, допустим, убрали, можно будет крышкой прикрыть, чтобы искры не летели и так далее. Вот эти заглушки я заварил. Ну, заглушки просто вырезал из листового железа. С той стороны приложил, а с этой стороны обварил. Раз, два, три и четыре. Вот так вот труба обварена, все. Все нормально. Такое тепло идет от печки вообще. Туда бумагу накидал, сырые дрова, всякую фигню. Все нормально топится, тяга есть. Это при том, что поддувало всего лишь вот такое. Ладно, кому понравилась такая вот бандура, поставьте лайк. Я буду, конечно, благодарен. Напишите коммент. Всем желаю удачи и до новых видео. Пока.